Экономика, бизнес, финансы. Программа «Эхономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Кировским музеям и театрам пообещали денег для компенсации пандемии. Из-за закрытия весной и ограничений на работу, наложенных осенью, библиотеки, концертные залы и музеи потеряли доходы. Тему обсудили с ними губернатор и глава Минфина Лариса Маковеева. По словам последней, зарплату в этой ситуации работникам учреждений выплачивают за счет средств областного бюджета. В декабре могут выделить дополнительные деньги на зарплаты. Невыполнение госзаданий учреждениям в этом году санкциями не грозит. Это вот кировский общепит, которому тоже в октябре частично запретили работать. О помощи хотя и просит, но вряд ли сможет на нее рассчитывать. Предприниматели ведут речь об отмене налогов, кредитных каникулах и субсидиях на детсредства и маски. А также просят разрешить работать хотя бы до 3 часов утра. Программа «Экономика». Кировские семьи по уровню доходов 9-е с конца в стране. Об этом заявляют эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков», которые регулярно анализируют данные Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй. По итогам 3-го квартала в Кировской области среднегодовой доход домохозяйства примерно 680 тысяч рублей. Средняя цифра по России превышает 1 000 000. Из-за того, что доходы низкие, жители Кировской области имеют меньше возможностей для накопления сбережений. Если в целом россияне сберегают 54% годового дохода, кировчане – 40%. Средняя сумма накопления – 275 тысяч рублей, среднероссийской – в 2 раза больше. Экономика на 101 FM. Далее новость от наших партнеров. Бесплатное составление отчетности для налоговой, подготовка концепции рекламной кампании или квалифицированная защита в суде. Все это доступно кировским предпринимателям. В центре «Мой бизнес» субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица могут получить консультации и помощь по различным направлениям. Она предоставляется за счет бюджета в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития России и правительства Кировской области. Причем без длительного ожидания, максимум в течение 3 рабочих дней. К специалистам можно обратиться лично по предварительной записи, а также можно свой запрос отправить по электронной почте и получить подробный ответ. Какую систему налогообложения выбрать вместо ЕНВД, как подготовиться к визиту надзорных органов, какие документы нужны для регистрации стартапа, как эффективнее продвигать бренд и продукцию, ответят опытные бухгалтеры, юристы и маркетологи из кировских организаций, прошедших конкурсный отбор. Запись по телефону 410-410 или на сайте мойбизнес43.рф. Экономика. В завершение валютах. Доллар сегодня 76 рублей 1 копейка. Курс евро 90 рублей 26 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.